Кража со взломом. Трое молодых людей вскрывали машины и доставали детали. В обручение орудовали в Рогачеве. В местный РОВД поступило 10 заявлений о том, что ночью неизвестные вскрыли капоты «Жигулей» и похитили аккумуляторы. Оперативники выяснили, троица работала быстро. Пока один открывал и удерживал капот, второй откручивал или снимал клеммы с батарей. Третий уносил добычу в свой автомобиль, к слову, тоже «Жигули». Подозреваемых установили в тот же день. Их задержали в Бобруйске. Здесь же нашли похищенные запчасти. Возбуждено уголовное дело.